Благодатными горными долинами и бескрайними просторами Алтая, его красоту и величие, восхищалось и восхищается не одно поколение. Алтай – это уникальное место. Только здесь можно за один день пройти по сибирской хвойной тайге, полюбоваться великолепным благоухающим миром альпийских лугов и сравнить все это с полупустынными пейзажами голых каменистых степей. Некоторые места здесь и вовсе будто отмечены особой благодатью Божией. Один из таких удивительных уголков – небольшое село Сорочий Луг в 100 километрах от Барнаула. Примечателен скит, расположенный на деревенской окраине. Что такое Сорочий Луг? Это название известно не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами. Во время гражданской войны здесь, в Лагу, красноармейцы расстреливали священнослужителей со всей округи и крестьян, участвовавших в восстании против большевиков. По преданию, в 1920-х годах смерти было предано около 20 крестьян и священников. Но сколько крови на самом деле пролилось в этом месте, одному Богу известно. По архивным данным, в 1921 году, после первых расстрелов, на этом месте забил источник с чудесной водой. В одной матери два сына и муж тут загублены. Она все время ходила, плакала. Мне явились и говорит: мама, не плачь, мы скоро прославимся. Ходила эта женщина, плакала. Однажды пришла на источник, ну, на это место. А там лежит икона Божьей Матери. Она хотела поднять икону Божьей Матери. Руку-то наклонилась взять икону и забил источник. И тотчас же потянулись к ручейку все страждущие душою и телом. Стали брать из него воду и сразу поняли, что ручей необычный. Обладает он чудесным свойством исцелять многие недуги. В обители сохранился документ епархиального архива, из которого можно узнать, что уже в 1921 году, вскоре после появления удивительного родника, сюда привезли расслабленного мальчика, неспособного ходить. После того, как на него вылили несколько ведер воды из источника, ребенок встал и пошел. В советское время, когда святыни и вера тщательным образом искоренялись из людских сердец, старались избавиться и от этого ручейка – знамения любви Божией. Что только не делали, и навозом закидывали, и бульдозером зарывали, но водичка как бежала почти 100 лет назад, так и сегодня бежит. Самое удивительное, что занимались всем этим не атеистические власти, а местные жители. Рассказывают, что в прежние годы они не давали приезжавшим на источник купить хлеба, а ребятишки, бывало, забрасывали паломников камнями. Между тем число богомольцев не иссякало, а исцеление с каждым годом становилось все больше и больше. Были случаи избавления от рака и психических заболеваний. Воду набирают и увозят с собой. Тут же в ручье много глины, ее также считают целебной. К нам приехала нонче женщина из города Барнаула. Назвать ее Люба.
Вот она четвертую химию приняла. Она приехала. Вот кто-то бы молился за нее, кто-то бы трудился. Ручками бы развели, она бы здравая была. Позавчера не, ну когда, во вторник приезжали к нам. Эти девочки приезжали, эту Любу привозили. Это совсем другой человек. Жизнерадостная. Может быть, ей Господь даст, по вере будет дано, что она долго проживет, ну, последняя стадия. Она ездит к нам на исповедь, на причастие по воскресным дням у нас. Но обустраивать это место, делать его более доступным для паломников, стали лишь в 2000-х годах. До этого тут царила разруха и запустение. В 1995 году рядом со Святым Ключом был образован скит Иоанна Крестителя. Первыми его насельниками были два монаха. В декабре 2002 года сюда приехали монахини. Тогда здесь не было ни воды, ни света, не говоря уже о каких-либо строениях. У нас было четыре сестры. Две на погосте уже, а две мы вот еще живые. А двум по 65 было, двум по 75. И мы поднимали, как могли. Первые года у нас помощников не было. А потом новосибирцы стали у нас приезжать, стали помогать, первые новосибирцы, а потом и барнаульцы стали приезжать, кемеровцы. Так и образовался постепенно Иоаннокритический скит Барнаульского Знаменского женского монастыря. Еще издали видна глава звонницы скитского храма, а у подножья горы вывеска «Женские Богородицы, Казанский, Иоанна, Претеченский скит». Место это связано еще и с деревянной сказкой, с чудом, что сотворили уже люди, плотники, зодчие. Стоит в чистом поле одинокая церквушка с серебряной башенкой звонницы. Невдалеке, на возвышении, виднеется огромный крест с распятым Спасителем. Все из дерева. Как искусно рука мастера изобразила каждую деталь лица, каждую складочку на одежде. Эту фигуру воспринимаешь как живую. На Христа невозможно смотреть без слез сострадания. По склону разбросаны хозяйственные постройки и кельи инокинь. Стоит еще один крест, поклонный. Скит никогда не пустует. Пожить сюда приезжают паломники со всей России. Конечно, всех разместить просто невозможно. Но сестры с радостью встречают богомольцев и стараются каждому помочь советом и сердечную молитвою. Скиту нужны и помощники. Без них стареньким монахиням уже трудно справляться. Но добрые люди есть. Приезжают и врачи, и рабочие, и руководители предприятий. Кто дрова порубит, кто картошку выкопает, кто сварит. Здесь любая помощь дорога. Красота здешней природы, доброе, милосердное отношение сестер создают особое единение с Богом. Они настраивают на любовь и сострадание к ближнему, вдохновляют на благие дела и очищают душу.
больная у нас женщина из Коробейникова. Она вчера приехала, так-то строжится, я буду здесь, я останусь здесь. Я говорю, нет, моя милая, если ты себя так будешь вести, ты здесь не останешься. Вот Бог, а вон порог. Сейчас выйдешь ты быстро, вот да я тебя доставляю до утра. Если ты себя плохо будешь вести, ты выйдешь сейчас за ворота нашего скита. Правда, у нас ворот-то нет, чтобы у нас все открыто. Вот, я говорю, так, матушка, Евлампия, своди, пожалуйста, потихонечку на источник, расследи, будет она купаться или нет, чтобы 3 ведра она обязательно на себя вылила. Вы знаете, она приходит с источника и улыбается, эта женщина. Совсем другая. Маленький родник, заботливо оберегаемый колодцем, озерцо с хлебной глины, икона Казанской Божьей Матери, охраняющая инокинь от зноя и морозов, останутся в душе каждого верующего, приехавшего сюда. Окунитесь ли вы в источник или просто умоетесь святой водой, а потом помолитесь в храме, каждая клетка наполнится новой жизнью, а настроение станет светлым и радостным. «По вере вашей да будет вам, — говорит Господь, — и каждый, пришедший сюда в сорочий лог с верой и благоговением, не исцелен, не отыдет».